Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 8 августа назначил Анатолия Молева министром строительства региона. Назначение состоялось по итогам собеседования с кандидатами, которые были отобраны в рамках инициированной Глебом Никитиным региональной программы «Команда правительства». Руководитель Нижегородской области отметил, что перед строительной отраслью сегодня стоят серьезные задачи. Одна из главнейших – это рост жилищного строительства. В 2024 году в области должно быть построено почти 2000 квадратных метров жилья. Перед строительной отраслью сегодня стоят серьезные задачи. Во-первых, это рост жилищного строительства. В 2024 году в Нижегородской области должно быть построено почти 2000 квадратных метров жилья. Не менее важно расселение аварийного жилья и решение проблем обманутых дольщиков. Анатолий Молев – профессионал, уважаемый в строительной отрасли. Я рассчитываю, что вместе с командой министерства он сможет достичь показателей, поставленных перед Нижегородской областью Федерацией.